здесь записи. Слушай, здесь реально записи за последнее десятилетие. Ты понимаешь это? Я понимаю, но что же делать? Я не знаю, они пишут, что реально искали везде, по всем мирам, по всем порталам, везде. Что-то вылезло. Что? Где? А, это же паучок. Куда ты упал? Он меня ударил. Я прыгаю к тебе. Разрушишь, да? Не, не разрушу. Почему? Есть кирка? Нет, конечно. Ладно, тогда охраняешь меня. Да охраняю, все нормально. Точно? Да, я давай. Давай быстрее. Постараюсь. Давай, ну. Ну-ка посмотри там на камеру, все нормально. Слушай, они же что-то снимали, может они хотели зафиксировать, как мы выходим из портала? Или что-то другое выходит из портала? О, что-то или кто-то. Смотри, что. Да ну тебя, сейчас. Давайте я разберу, так что. Так, успокойся. Сейчас здесь какая-то такая атмосфера, что мне хочется тебя мучить, ты знаешь? Я сейчас тебя помучаю, не нужно, у меня только один стейк, и это нехорошо. Не надо, так, не надо. Что делать? Я не хочу отсюда уйти, я не знаю. Что там такое? Мне обидно, очень обидно, и честно. И страшно, и вообще все. Потому что... Но как так получилось, что нас так долго не было? Просто вот я не узнаю свой дом, понимаешь? Так мы здесь никогда и не были, чё ж ты можешь здесь узнать? А? Паучок вырвался опять. Уходи. Почему мне уходить? Я люблю свои паучки. Ох, ё-моё! Ага. Вот почему ты меня никогда не слушаешь? Да идём, короче, ладно. Идём туда на арену, куда ты говорил. Ты уверен? Ну пройти как-то, я не знаю, будем прятаться в домах, но нужно пройти. Выбраться сначала из этой пещеры. Это что такое? Я не знаю, где оно? Оно еще летает. Где оно еще живое? Это что с тобой такое, ну? Вот видишь, я же говорю, что вся причина в тебе. Все на тебя нападает. Во мне дело, значит, да? Конечно. Так, это куда? О, сюда. И? О. Серьезно? Где это мы? А где наш дом? Это... Что такое? Ничего, нормально. Пинья в шлеме здесь. Ух ты, какая рыбёха там, я туда не пойду. Они иди добрые. Они добрые, серьезно. О! Смотри. Втягивают! Нет! Так они же добрые, не? Так они же добрые должны быть, нет? Я так и знал, что ты опять попадёшь. Да нормально, все, сейчас скелетика порешаю и дальше. Я бегу, а ты хочешь оставайся здесь. Да нет, я иду с тобой, иду. Только у нас факела нет, это плохо. Давай я где-то... Факел. Что ты делаешь? Не знаю, ты вали. Ты где вообще? А чё я не могу всплыть? Не знаю. Почему ты не можешь всплыть? Ты где? Я могу. Да что такое? Почему такая ночь какая-то никакая? Все такое замудренное. Столько загадок, столько всего. Мы уже даже дома, но ничего не помогло. Ты что такое с этими птичками-то? Почему все пытается нас убить? Что это за птичка такая? Не знаю. Все пытается нас завалить, чувак. Очень вкусное дам. Что? Хочешь что-то очень вкусное дам? У меня рыба есть. А что это твоя рыба? Лосось у меня есть. А ты где лосось? Лосось, сам ты лосось? Я здесь на месте. Лососина, ты где? Смешно, очень смешно. Так, я уже выбрался, я уже... А, вот, на, смотри. Да я здесь, наверное. Часть скелета решил мне дать, да, красава. Да. С намеком, если не будешь меня слушаться. С намеком? Я сейчас подойду и мечиком порешаю. Слушай, решала. А ты помнишь, где эта арена хоть находится? Конечно, да. Нет. Не помнишь? А, вот, что там помнить, вот она. А, убегай! Что? Че ты издеваешься надо мной? Ты очень доверчивый. Я не доверяю. Ты доверяешь. Ну ты мой братец, я должен тебе доверять, не знаю. Сокрыл. А вот и арена. Там опять эти птицы. А что они хотят? Смотри, человек. А что? Человек? Ты человек?
Это очень человек. Плохой! Какой-то вор! Воры одни остались, что ли? Как это так? Сюда. Да бегу, я бегу, все нормально. Что? Что там случилось? Что? Опять какие-то птицы. Нету никаких птиц, успокойся, все нормально. Так, тихо. Смотри, ты смотри, сколько. Вон птица. Да ты уходи, говоришь... уходи. Курица, привет. Ну что, на желание? Желание закадываем за желание, давай. А ну. Давай. Что? Есть. Бросай яйцо. А желание? Нет. Так, вот. А! Что он делает? О, он спавнит, смотри! Странно. Как-то это все. А что здесь? Каждый раз какие-то новые. О, печенюшки, у меня есть печенюшки, у меня есть. Дай мне печенюшки, дай мне печенюшки, мне очень еда нужна, дай мне. Ну серьезно. На! Почему косточкой? Ты. 32 печеньки, ты вообще не ошибся там случайно? Чтобы ты не думал, что мне для тебя что-то жаль, так что. А что такое? Я пройду. Ты где? Ты уже прямо сюда идешь? Ну посмотри. Ой, подожди, как ты знаешь, здесь что-то не особо. Не особо? Странно. Как минимум, это очень странно. Здесь пусто. Как ты догадался, интересно? Здесь полностью пусто. Здесь много льда. В чем прикол? А! Че меня валит? А, чувак! Валит, что валит! Такое? Сейчас бегу! Что? Бегу! О, он здесь! Тихо! А, да получай! Что там? Что-то такое появилось! Это что за такое, ну? О, как вальнуло-то! Не весело! Так. Не знаю даже, что и думать. Чё? Здесь все пусто. Здесь все реально просто пусто. Ты что-то нашел или нет? Ну? Скажи, что. Ой, ты что-то нашел. Какой-то убьет. Злой дух появился, чувак. Зайду, я иду, что там опять? О! Ты что где такое? Это? А! Что такое? Да все нормально. А что такое? Что ж, все нормально, меня чуть не убили. Кто тебя чуть не убил? Какой-то злой дух. Да ты какой-то слабенький вообще. Старший что брат, конечно. Слабенький. Старший слышишь? Брат. Слышишь? Что слышишь? Что? Ты слабенький. Да, меня чуть не завалили, слабенький. А чё я горю? Потому что ты такой вот. Нет! Тебе ты сейчас тебе сделают! Кто это за мной идет? Я горю! Я горю, но я бегу! Я горю! Слабенький! Я слабенький, я только что его завалил, я тебя спас. Меня спас? Я тебя спас. Не видел, не знаю. И ты не видел? Да я бежал. Ты лучше покушай. Я покушал, я хочу отсюда уйти. Они везде. Можно... Здесь беспрерывно появляются мобы. Мне кажется, все дело в том, что... Не знаю. О, что меня валило? Что это? Я таки чувствовал, что надо убегать. Это ты где? Какая-то жесть! Нет, я больше... Подожди, я понял. Что? Как заходишь сюда, так сразу кто-то появляется. О, точно, смотри! Экспериментировать? Что? А если слушать, когда наши родители нас искали... Да. Они зашли в портал, да? Да. Не могут оттуда выйти, но зато оттуда повыходила вся эта такая нечисть. Так что, мы должны очистить город? Ну, наверное, и найти подходящий нам портал. Как минимум. Давай будем спасать этот город! Давай будем очищать его! Да что ты, почему ты заходишь? Они же... А как это ты сделал? Не знаю. А как что ты... Что я говорю? А как это ты так сделал? А что? А что? Что жизнь? Типа, для чего нажал кнопку, нет? Это подстава, завали. Опять! Нет, не нажимай больше. Не нажимай. Странная кнопка. Слушай, метро. Чувак, здесь 56, призвать существо.
Не нажимай больше эту кнопку, здесь сплошная подстава. А! Что? Смотри, что я умею. Да ты же горишь. Не, у меня огнестойкость. И у тебя тоже. Ну да. Прикольно. Идем, а! Потому что я уже не могу здесь находиться. Здесь все очень злое, какое-то дерзкое. Давай очищать город. Давай очищать город, давай, бегом, ты чё? А в воде, как нам в воде очистить? Просто прыгай и давай очищать. Угу. Давай, 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 давай. Вот так вот. Вот так. Смотри, что за мной гонится. Что? Что? Инки, пунки, что оно такое вообще? Я бегу к тебе, я не хочу там больше быть. А спрутика оставлять или тоже? Да подожди, что-то меня так очень сильно валит. Ты завалил его, нет? Ты смотри, 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 какая голова. Пинки, 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 шминки. Пинки, шминки, пинки. Я не говорю. Иди рыбка. Сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я хоть маленький, но самый дерзкий. Получай, получай. Сейчас, сейчас. Порежу. Опять пинки. Осторожней, осторожней, осторожней. Он так больно бьется. Да я о чем? Сильно валит. Очень сильно валит. Чувствую, будет весело. Чтобы идем очистить дальше. Весь этот город, это будет, конечно, очень непросто, тебе хочу сказать, очень непросто. Это что такое? Я не знаю, где она берется. Я вот себе иду, никого не трогаю. Конечно, ты никого не трогаешь, конечно. Я тебе говорю. Я уже почти все печеньки съел, я вообще какой-то странный. Странный-престранный. Если честно. Так, ну пока тихо. Слушай, хорошо. А что за вышка вон? Смотри, смотри, вон какая-то вышка. Где вышка? Вот вышка, вышка, вон, видишь? Ну. Вот что там? Хочешь осмотреться оттуда? Давай оттуда осмотримся, и все будет видно. Что-то, если честно, мало верится, что мы что-то хорошее здесь найдем. А вдруг есть какое-то убежище, где сидят все люди? И наши родители. Ты думаешь? И сестра. Ты думаешь, это реально? Его знает. Мы же еще не все посмотрели. Мы не все посмотрели, да. Идем. Да иду я, иду. Давай быстренько идем. Эй, куда я пошел? Где эта вышка? Сюда, сюда, идем. Идем. Ты идешь? Опять нападает что-то водное, что-то странное, что-то... Я не могу всплыть. А ты в воде? Да. Это что ты поплыл? Как и почему? Ну, потому что вышка там... Ну, почему бы и нет? О! Рыбки. Ну, типа, напрямую, знаешь, типа, напролом, все дела. Аккуратно, какие-то рыбы подозрительные. Где? Да везде. То я помню, как за тобой охотилась рыба, помнишь? Помню. Она прыгала прямо с водички и атаковала по полной. Ага. Корабли все пооставляли и ушли. Да. Смотри, какой-то тайник. Смотри, какой-то тайник. Ты где тайник? Крипер, нет! Куда я попал? Смотри, что-то здесь есть. Помоги, помоги, поразрушай быстренько. У меня нет звезд, Там тайник, там какой-то тайник, нужно разрушить. Где моя деревянная кирка? Прикрой, прикрой, прикрой! Есть. Там что-то есть? Какая-то, да, я же оттуда. Да, у меня есть. Да что такое факел? Есть факелочек? Поставь факелочек, если можешь. Может, ты разрушишь? Давай я тебя прикрою, ты разрушишь, если у тебя есть чем. Что это такое? Я не знаю! Какой-то дух! Нет! Не к добру, не к добру. Для чего я сюда зашел? Для чего я сюда зашел? Что там? Печеньки. Печеньки! Какие печеньки? Выходи! Выходи, давай! Сейчас я все разрушу здесь. А где здесь выход? Подожди, как мы выберемся? А как ты сюда попал? Я прыгнул. Это ты так прикрываешь меня? Я прикрываю. Я вижу. Очень сильно. Сейчас я тебя напугаю. Кого? Смотри, какой я страшный. Да подожди. Да сейчас мы как-то выберемся. Ого. О, есть. Классно. Что? Зачем про брата думать, правильно? Что? Я же сверху прикрываю. Сверху. Сейчас, подогоди-ка, я к тебе доберусь. Разрушка этот люк.
Ладно, сам разрушу. Да давай разрушай, я разрушаю, давай. Я вижу. Давай, все да. Приходится делать самому. Да конечно, я же... А! Идем к вышке, где-то вышка. Вон да вот вышка. Она, вот она, давай. Давай, быстрее. Блин, че я не могу всплыть, что за прикол? Давай бегом. Давай. Дай-ка мне печеньюшек немножко. На. Поедел. На. У меня, наверное, это мышь, этих кресок здесь нигде не было. Может, это сперли уже у меня печеньки? Ты думаешь, они способны? Они способны на все. Может быть, может быть. О, печеньюшки. Так, мы уже близко. Давай. Даю. Что? Бегу. Что-то здесь не то. Это какая-то вышка для связи. Да? О, курица, привет. И что это здесь вышка для связи. Это для связи! Такое? Связи с кем? Нет! 5000 единиц жизни! Я быстро! Убегай! Убегай! Чувак, это давай быстро! Где? Я не знаю, корабль, видишь корабль? Корабль! Да, а, беги к кораблю! Беги к кораблю быстро! Что оно такое? Я не знаю! Где оно взялось? Вот я же ничего не делаю, я просто монстр. Зашел, нажал рычаг и все! Вот это монстр! Это все ты! Это только это ты! Это не я, это все ты, это он по тебя пришел, я точно знаю!